Привет, это Струнодер, и в руках у меня еще один телекастер. Ну, везет мне с телеками. Значит, японец, модель ТЛ, по-моему, 67. Модель Кита Ричардса. Кто, может, не знает, Кит Ричардс – это такой дядька из группы Rolling Stone. Такой очень такой авторитет-авторитет. Вот. Но, не, скорее всего, не как там гитарист, а именно как вот личность, да, такая легенда рока без дураков. Вот. И, значит, одно из таких отличий его именно телеков – это хамбакер в неке. То есть это не моденый, там, не апгрейженный какой-то телекастер, а это именно вот такой вот его телек. Отличается он не только хамбакером в неке, а еще как бы из-за отличия вот такая вот бронебойная латунная, значит, бриджа, такая действительно, ну трындец, и умопомрачительный вес инструмента, он весит где-то на уровне, ну, нормального такого честного Лес Пола. Вот, хотя про вес Лес Пола мы там тоже говорили, да, например, оригинальные Лес Пола, оказывается, были нифига не такими тяжелыми, как сейчас. Вот, мы протестим сейчас гитару в Great Vintage Club, значит, на чистом звуке, по-моему, сейчас у нас тут, и начнем вот с этого вот как раз нека, да. Имеем два радикально разных звука, то есть это нек хамбакерный, да, вот этот, и все остальное, то есть нек плюс бридж и просто бридж, они достаточно близко звучат. Вот. Но в данном случае как бы понятно, чего, наверное, товарищ Ричардс хотел. Давайте теперь что-нибудь побринчим на сим чудесном инструменте, на чистом звуке. Сейчас попробуем. То есть ни на каком другом телекастере я такого не слышал. На самом деле, может быть, можно поставить отсечку на нек и получить еще один вариант звука, но это если кому-то очень сильно хочется. Теперь развлекаемся в драйвовый канал усилителя Create Vintage Club с гитарой TL 67 модель Кейт Ричардс. Thank you.
Там TL-67 модель Кита Ричардса, японский, тяжелый, тяжелый, что твой Лес Пол. Тяжелый, как жизнь Кита Ричардса. У него тяжелая жизнь? Я подсказываю, судя по его лицу. Ну да, подсказываю, что тяжелый, как жизнь и судьба Кита Ричардса. Дай бог ему здоровья. Вот, висит в лавке, продается, меняется, а я на сим прощаюсь, пока-пока.